Итак, приветствую всех. Сейчас я покажу, как правильно зарегистрироваться в компанию The Ligands Network. Смотрите, вы зашли по ссылке, которую вам даст ваш спонсор, и у вас появляется главный сайт компании. Вот здесь вы видите данные вашего спонсора. То есть проверяйте, чтобы это был именно ваш спонсор. Дальше спускаетесь чуть пониже. И вот под этим видео нажимаете на вот такую вот желтую кнопочку. Нажали, дальше у вас появляется вот такое окно. Здесь вы выбираете вашу страну. Дальше нажимаете кнопочку Next. Так, здесь указываете ваше имя. Там, к примеру, первая строка имя, вторая строка фамилия. Третья строка не нужно заполнять. Четвертая — ваш почтовый адрес. Здесь вводите ваш адрес. Желательно, чтобы это была почта gmail.com. Дальше в пятой строке вот здесь повторяете адрес. Здесь фон — это ваш номер телефона. Вводите ваш телефон. К примеру, вот такой. Так, дальше адрес. Адрес здесь вводите просто название вашего дома, то есть название вашей улицы, на которой вы проживаете. К примеру, вот так. Здесь идет ваша улица, потом запятая, номер дома, вот 3. И дальше номер квартиры. К примеру, 445. Вот таким образом заполняете строку адрес 1. Дальше у вас идет поле город, сити. Здесь выбираете ваш город, вписываете. Это поле не нужно заполнять, state, province. Это тоже не нужно. Zip postal code тоже нам не нужно. Дальше страна у вас уже выбрана. Здесь вы вводите ваш пароль. Придумайте пароль. И повторяйте его. Вот здесь ввели и здесь повторили пароль. Дальше вы ставите галочку вот здесь. Вот у вас синенький пакет LN Pro. Вот здесь вы ставите галочку. То есть выбираете пакет за $130. Вот этот. Дальше обязательно здесь вот два квадратика ставите галочки. И здесь проверяете вашего спонсора. Вот здесь должен имя, фамилия вашего спонсора. Это все проверяете и дальше. Так, сейчас потом берете все ваши данные, которые вы ввели, перепроверяете. Все поля со звездочками должны быть заполнены. Все верно. Дальше прокручиваете вниз и здесь нажимаете Next. Вот эти поля здесь ничего не нужно заполнять. Вот здесь Placement ID и Placement Center. Здесь ничего не нужно. Дальше нажимаете Next. И вот здесь проверяете ваши введенные данные. Если что-то ввели неверно, нажмете Back, вернуться назад. И там измените свои данные. И дальше все повторите. То есть, если что-то здесь захотите поменять, к примеру, вот фамилию Иванов, нажимаете Back. Вот здесь меняете фамилию на Петров, к примеру. Дальше опять же вводите пароль. Здесь у вас уже все есть. Дальше нажимаете. Главное, смотрите здесь, чтобы галочки были. И вот здесь, чтобы ваш именно спонсор был. Дальше Next. Так, здесь данные опять проверяете. Если все верно, вот пакет вы выбрали. Вот ваш спонсор. И дальше опять нажимаете Next. Здесь у вас идет выбор. Выбираете, оплачивайте с помощью кредитной карты, Visa, MasterCard. Вот сюда нажимаете. Здесь вводите данные вашей карты. Вот, к примеру, Visa или MasterCard. Выбираете, какая у вас карта. Здесь 16 цифр вашей карты. Без пробелов, без всяких символов. Здесь месяц
и годы срока действия вашей карты, то есть до какого месяца и года она действительна. И здесь целый код это три цифры, то есть три последние цифры, которые находятся на обратной стороне вашей карты. То есть это целый код. Дальше вот сумма, которую вы платите. Здесь уже все данные введены ранее, то есть здесь ничего менять не нужно. И здесь вводите капчу. Вот этот код. 5 цифр. Дальше нажимаете Process Credit Card. То есть это значит оплатить. То есть проверили, ввели вашу кредитную карту. Вот все данные. И здесь оплатить. Вот нажимаете Process Credit Card. И дальше у вас появится вот такое вот окно. Вот вы нажмете эту клавишу просто с кредитка. И дальше у вас появляется вот такое окно. Вот нажали. Вот у вас дальше появится такое окно. Здесь вверху будут ваш логин и пароль. Здесь в верхней части окна будет ваш логин и пароль. Дальше вот ваша реферальная ссылка. Потом идут данные вашего спонсора. И здесь вам нужно будет нажать вот этот кружок. Это значит, что вы согласны, чтобы вам на почту приходили письма от компании. И после нажатия этого кружка уже дальше вы попадете в свой кабинет и там уже, думаю, разберетесь. Если что-то будет непонятно, обращайтесь к своему спонсору.